Правительство увеличит межбюджетные трансферты регионам на финансирование дорожной деятельности. В списке из 30 субъектов значится и наш округ. Знакомство с округом продолжается. Глава региона совершил рабочую поездку в Юшарский сельсовет. Привлекателен для туристов. Сегодня в Нарьян-Маре прошел семинар, посвященный развитию туризма на острове Вайгач. Основы рыболовства со школьной скамьи. В школах региона планируют внедрить программу элективного курса, предназначенную для 7-х классов. Здравствуйте! С обзором основных событий этого дня в студии Ирина Нежалова. На строительство дороги Нарьян-Мар-Усинск правительство выделяет еще 202 миллиона рублей. Распоряжение правительства об увеличении в 2018 году межбюджетных трансфертов регионам на финансирование дорожной деятельности подписал Дмитрий Медведев. Дополнительные средства в общей сложности более 6 миллиардов рублей получат 30 субъектов. Как пояснили в профильном департаменте, эти средства будут направлены на строительство третьего участка автодороги Нарьян-Мар-Усинск. Ранее на эти цели федеральный центр уже выделил 150 миллионов рублей в прошлом году и почти 203 миллиона в начале этого года. Всего на строительство данного участка, согласно заключенному государственному контракту, необходимо чуть более 2 миллиардов рублей. На сегодняшний день Усинское ДРСУ, с которым по итогам электронного аукциона в прошлом году был заключен государственный контракт, завершил отсыпку 4-километрового участка дороги до проектной высоты. Общая протяженность участка составляет 15 километров с проектной шириной проезжей части 6 метров. На участке будет построен мостовой переход через реку Лая длиной 108 метров. Планируется, что его сооружение начнется в летний период 2018 года. Также летом планируется провести укрепительные работы, провести устройство дорожной одежды и установку водопропускных труб на отсыпанном в зимний период земляном полотне. Глава региона Александр Цыбульский провел рабочую поездку в Юшарский сельсовет. В поселке, удаленном от Нарьян-Мара почти на 400 километров, остается немало нерешенных вопросов, связанных с условиями быта сельчан. Четкое понимание, куда двигаться, у власти есть, но все решения будут приниматься лишь при участии населения. Во время осмотра строящихся и уже введенных в строй объектов делегация побывала в амбулатории и детском саду. В старом здании пришкольного интерната прокурор округа Николай Егоров временно взял на себя функции пожарного инспектора и проверил систему пожарного оповещения. Система сработала, сигнал был услышан. Да. Внимание! Нормально, ничего не трогай, сама нормально. Внимание! Пожарная тревога! Режим ручного управления процессом будет включен и для завершения поселкового долгостроя. 12-квартирный жилой дом подрядчик строит с 2014 года. Четвертый год в центре Каратаки строится вот этот 12-квартирный жилой дом. Ситуация парадоксальная. Документы на ввод в эксплуатацию давно уже подписаны. Однако из-за низкого температурного режима и отсутствия канализации жильцы до сих пор не вселились в него. Объект сдан в эксплуатацию, но с большими недоделками. Главная беда – низкий температурный режим в квартирах первого этажа. На втором ситуация иная – тепло и даже уютно. Вот есть два пути решения. То, что будут сейчас точно его переделывать и доводить до нормативного состояния – это решение принято. Другое дело – надо его сейчас заселять второй этаж или не заселять второй этаж. Вот у нас какой сейчас стоит вопрос. Понимаешь, что на первом этаже температурный режим не соответствует. Ну и надо еще посмотреть там действие канализации, насколько она хорошо сделана. Ну, что досталось, то досталось, с тем работаем. Вот меня тоже немного смущает то, что еще не заселенный дом уже надо заново ремонтировать. Скажу вам честно, это безобразие. На встрече с жителями Каратайки Александр Цыбульский рассказал о планах по доставке и монтажу в поселке блочной водоподготовительной установки. Обеспечение водой – основная проблема сельсовета. По воде у нас вопрос принципиально решен, финансирование выделено. Осенью у вас появится, значит, пункт очистки воды, в котором будет возможность брать воду. Поэтому здесь вопрос, я думаю, уже, так сказать, практически должен переходить в практическую стадию. Там все необходимые исследования, которые делали, период пройден. Поэтому я думаю, что к ноябрю месяцу у вас уже по воде вот этот вопрос будет в этой части решен. В числе самых острых вопросов, которые подняли жители – стоимость бензина, юридическое оформление жилья, строительство новой модульной котельной и состояние пришкольного интерната. Основная боль и проблема – это пришкольный интернат, строительство пришкольного, нового пришкольного интерната. Два здания при школе, значит, в одном проживают дети, воспитанники оленеводческой общины Ямпто, во втором проживают дети с острова Вайгач, с поселка Варнык. В здании старой школы, вот где проживают воспитанники из поселка Варнык, это здание
56-го года постройки, очень старая, ну, не скажу, что очень холодная, но когда вот ветра, то, конечно, очень бывает, что холодно, приходится детей переводить из комнаты в комнату для того, чтобы они спали в более теплых условиях. Второе здание интерната пришкольного – это 82-го года постройки. Значит, ну, капитальных ремонтов не проводилось уже много лет, вот сколько я лет работаю. В основном поддерживались всегда текущими ремонтами, текущие косметические ремонты, но эффект такой, что здание все равно уже старое, тоже продувается, вот особенно восточными ветрами, бывает очень холодно. Проблемы поселка были услышаны. По ряду вопросов были даны поручения. Дорожная карта сельсовета обновлена. Мне показалось, что многие вопросы, которые задаются, это даже не из-за того, что это какие-то нерешаемые проблемы, а из-за того, что просто люди недостаточно проинформированы о том, что в округе существуют и действуют институты и инструменты поддержки. И об этом, конечно, нам надо активнее рассказывать, для того, чтобы те вещи, такие как юридическое бюро, государственное юридическое бюро, которое у нас действует и которое субсидируется из окружного бюджета, и мы тратим на это немалые деньги ежегодно, они, конечно, были максимально эффективны и использовались людьми. Ну, а в целом, вот могу сказать, что Каратайка, как и все остальные населенные пункты, имеет свой характер, свою такую, знаете, северную специфику. Люди очень открытые, прямолинейные, на самом деле добрые и болеющие за наш округ. И это очень приятно, и я бы хотел, чтобы в каждом действии администрации мы каждый раз думали вот про тех людей, в глаза которых мы за последние 3 месяца посмотрели. Это очень важно, и я рад, что все мои коллеги тоже вместе со мной еще раз проехали, обновили свои ощущения от общения с людьми и поняли их проблемы и чаяния. Тимофей Жуков, Сергей Качегов, телеканал «Север», Каратайка. Священный остров коренных народов Севера Вайгач в свое время охраняли от вторжения чужеземцев. Сегодня здесь предлагается развивать устойчивый туризм. Он предполагает возможность создания долгосрочных условий для развития как собственного туризма, так и сохранения природных ресурсов, социальных и культурных ценностей местных жителей. О развитии туризма на острове Вайгач сегодня шла речь на семинаре с участием представителей коренных малочисленных народов Севера, Всемирного фонда природы и экспертов из Москвы. Туризм, это все равно, вот он происходит, как с ним работать? Потому что если бросить все на самотек, то мы можем получить кучу негативных, большой набор негативных последствий. Чтобы избежать негативных последствий от визита любопытных туристов, руководитель Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы Олег Суткайтис предлагает взять эту ситуацию под контроль и рассмотреть варианты развития на острове Вайгач устойчивого туризма, который позволил бы сохранить объекты культурного наследия и природу острова, при этом удовлетворив потребности современных туристов. Сейчас Вайгач испытывает определенную рекреационную нагрузку, потому что люди интересуются, получают больше информации, и очень многие хотят посетить это место. И нам очень важно, с одной стороны, и сохранить этот остров, потому что рекреационная деятельность – это тоже хозяйственная деятельность, которая может наносить определенный вред. И вот задача наших – совместить и рекреацию, и чтобы природа осталась в том виде, в котором, ну, как минимум, в том виде, в котором мы сейчас имеем. Свои предложения по развитию устойчивого туризма на острове Вайгач сегодня представили московские эксперты. Среди них Евгения Филиппова, специалист по организации экологического туризма на особо охраняемых природных территориях. Туризм на острове Вайгач, он имеет своей целью и социально-экономическое развитие региона. Да, как любой правильный, устойчивый, хорошо организованный туризм, он должен приводить к увеличению благосостояния местного населения, к повышению уровня их жизни. И поэтому вот мы рассмотрим тоже разные варианты, как можно привлечь население к развитию туризма на острове. Еще одна презентация, представленная на семинаре, была посвящена развитию круизного туризма на острове Вайгач, островах и материковой части Печорского и Карского морей. Это современное направление, которое сейчас очень активно развивается в Арктике. Остров Вайгач имеет очень хорошее географическое положение, находится на Северном морском пути, и в ближайшие годы прогнозируется активизация туристических потоков именно по Северному Ледовитому океану, и поэтому остров Вайгач здесь... Со своими уникальными особенностями для туристов, да, потому что на Вайгаче действительно есть те объекты, которые не встретишь нигде в Арктике. Да, это в первую очередь сакральные объекты ненецкого народа. Вот, он очень хорошо впишется в общие такие программы круизного туризма. Сакральные объекты вызывают особую обеспокоенность у представителей коренного населения. Нас очень сильно волнует наше святилище. И не потому, что мы хотим их защитить от людей,
мы хотим людей защитить от них. Потому что если вы себя неправильно повели на территории острова и попали в лапы какого-то хищника, то при неправильном посещении и неправильном поведении на определенных местах можно получить удар немножко позже. И очень сильный удар. И по здоровью, и т.д., и т.п. И этих примеров очень много. Семинар прошел с участием представителей прокуратуры, заповедника Ненецкий, туристического агентства и представителей КМНС. Все желающие могли высказать свои замечания и предложения относительно развития туризма на Вайгаче. По словам президента Ассоциации ненецкого народа ИСАВЭЙ Юрия Хатанзейского, в этом вопросе очень важно выслушать мнение всех заинтересованных сторон. Относительно развития, от этого никуда не деться. На сегодняшний день мир развивается, он движется в свою сторону. Самое главное рассмотреть это с участием всех заинтересованных сторон, то, что мы сегодня сделали. Сегодняшнее мероприятие – это результат нашей совместной работы с Фондом дикой природы. В рамках семинара Ассоциация ненецкого народа ИСАВЭЙ и Баренц отделение Всемирного фонда дикой природы подписали соглашение о взаимодействии. По словам Юрия Хатанзейского, у сторон есть понимание, в каком направлении нужно двигаться дальше. Ирина Нежалова, Антон Водряков, телеканал «Север». Школа Ненецкого округа переходит на онлайн-образование. Первые пока еще тестовые уроки для выпускников 9 и 11 классов школы села Ома проводит учитель истории и обществознания школы номер 1 с углубленным изучением отдельных предметов Любовь Торопова. Подробнее о нюансах такого образования в материале Ольги Русул. Что в это время было сделано? Мирное использование атома. Записываем. Все, что нужно для проведения онлайн-урока, квалифицированный специалист с одной стороны монитора и внимательная аудитория с другой. Кроме того, для качественного образования необходима бесперебойная интернет-связь. Но пока она подводит первый урок с учениками из ОМА, который состоялся накануне, сказать, что прошел без сучка и задоринки, нельзя. Техническая составляющая еще не отлажена. Впрочем, это не одна особенность таких онлайн-уроков. Отличия, безусловно, существенные, да, потому что нет живого общения, нет живого контакта с детьми, поэтому я их вижу только через экран. Вот, ловлю себя на мысли, что постоянно хочется что-то там пожестить, обратиться к какому-то конкретному ребенку, а они меня все равно ведь не в таком объеме видят, да, как с обычными детьми. Качество связи, конечно, оставляет желать лучшего. Интернет-уроки Любовь Олеговна проводит для двух классов. В одном девятом 14 человек, в другом 11 всего 4. Знания проверяются не только посредством устных ответов. Письменные работы старшеклассники сканируют и отправляют на электронную почту учителя. Кстати, найти квалифицированного специалиста, особенно посреди учебного года, тоже большая проблема. Не все совершенно готовы к такой работе. То есть, учить дистанционно все-таки очень сложно. Есть технические сложности свои. Не все готовы, но, в общем-то, я думаю, что вот первый опыт он даст много-много информации к размышлению, то есть как работать, какие сложности, какие нюансы. Проведение таких уроков на расстоянии стало возможным благодаря работе системы «Цифровое образовательное кольцо». С 1 марта по 31 мая оно работает в тестовом режиме, чтобы с нового учебного года заработать уже в полном объеме. Сейчас к системе подключено 5 сельских школ и 1 городская школа. Канал для связи обеспечивает ненецкая компания электросвязи. Мы сейчас опробируем этот этап и делаем анализ и результаты, как у нас все получается, нашей работы. И с 1 сентября мы надеемся, что все наши образовательные организации Ненецкого автономного округа будут включены в образовательное кольцо. И все совещания, необходимые семинары, тестирование, работа с одаренными детьми будет проводиться при помощи цифрового образовательного кольца. Проект по внедрению онлайн-образования для сельских школьников будет реализован в рамках проводимой Ненецким информационно-аналитическим центром работы по созданию единой сети передачи данных для подключения к информационным ресурсам региона. Она позволит обеспечить качественной связью сразу три направления – дистанционное образование, телемедицину и работу электронных дневников Заполярного района. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Школам округа предложат ввести в программы курс «Основы рыболовства». Ненецкий региональный центр развития образования к 1 июня разработает типовую рабочую программу элективного курса «Основы рыболовства», предназначенную для 7 классов общеобразовательных школ округа. Ранее с инициативой ввести изучение ремесла в школьную программу выступило руководство Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса.
Как пояснили в профильном ведомстве, в округе уже был опыт включения в трудовое обучение школьников основ рыболовства. В 70-е и 80-е годы такая практика существовала в поселковых школах. Детей учили вязать сети, а практику проходили непосредственно на промысле. В качестве примера профильное ведомство привело введение в школьные программы элективных курсов на территории Республики Саха. Так в Якутии в школах преподают кузнечное дело, ювелирное дело, скорняжное, косторезное искусство, а также для школьников созданы швейно-пошивочные цеха. Как, в свою очередь, пояснили в Ненецком региональном центре развития образования, типовая рабочая программа «Основы рыболовства» будет разработана общим объемом 34 учебных часа в год. Внедрять ее планируют с 1 сентября 2018 года, в первую очередь в сельских школах. В Нарьян-Маре завершился конкурс научно-исследовательских работ среди школьников и студентов «Малые Авакумовские чтения». Интеллектуальные состязания проходили по трем номинациям. Всего в очном этапе двухдневных чтений участвовало 18 работ. В двух номинациях победительницами признаны школьницы из поселка Красное. В третьей победитель не определен, тем не менее дипломантом первой степени стала также школьница из этого национального поселка. По итогам чтений в номинации «Гуманитарные исследования» победила ученица 11 класса школы поселка Красное Виктория Хатанзейская с работой «О чем может рассказать награда колхоза ХАРП Орден Трудового Красного Знамени». В номинации «Экскурсионно-туристические разработки» состязались три работы. Дипломантом первой степени признана ученица 8 класса школы поселка Красное Олеся Поздеева с работой «Социально-культурные объекты поселка Красное из истории в современность». В номинации «Естественно-научные исследования» победитель стала семиклассница Красновской школы Анастасия Соболева с работой «Пасхальные смены растительности в окрестностях поселка Красное. Рекультивация и экореставрация антропогена нарушенных ландшафтов». В Ненецком округе стартовал региональный конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер года». Победители конкурса в 7 номинациях получат возможность повысить профессиональный уровень, развить коммуникативные и лидерские навыки, а также представить регион на всероссийском конкурсе «Лидер 21 века». Конкурс проводится в разных возрастных группах от 14 до 17 лет и от 18 до 30 лет. Среди руководителей и лидеров общественных молодежных организаций, органов студенческого и школьного самоуправления. Конкурс будет проходить в два этапа. Заочный тур продлится до 18 мая. Очный пройдет в последнюю декаду весны с 21 по 31 мая. В финале конкурса молодежные лидеры округа должны будут представить свое портфолио и программу или проект. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте АИС «Молодежь». Дополнительную информацию можно уточнить в региональном центре молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи. Вы смотрели обзор главных событий этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.